дежурную часть Успенского отдела полиции обратился представитель магазина электронной техники с заявлением о том, что неизвестный, применив насилие, курьеру открыто похитил у него товар на сумму более 200 тысяч рублей. Нападение произошло в селе Иславское. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 19-летний местный житель. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, ведется следствие.